Вот это комната подростка, актуальная для многих тема. Видите, тут минимализм, простая широкая кровать, такая двухспальная, кстати. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Вот отсюда вижу, 14 тысяч почти стоит кровать. Ширина у нее 160 на 200. Основа сосна 5 тысяч, а с матрасом уже 14. Цвет стен розовый, желтый. Видимо, комната для девочки, хотя сейчас уже и мальчики. Неважно. Зеркало простое 1848 на 120. Небольшая подставочка под телевизор. 1400 телевизор тут есть. Открытки 150 рублей. Классные. Вот такой стеллаж. Это Ivar. Покрасили его в розовый цвет. 3870. Без дверей, без всего. Просто штанга. Кстати, штанга на веревочке. Такой как раз подростковый вариант. Висит одежда. Нижняя полка для сумок, например. Сверху растения. Окно. Рулонная штора, блокирующая свет. 2700. Это 80 на 195 она. Сверху это ткань. 350 рублей метр. Ширина 150. Шторку сделали такую яркую. В качестве полки стеллажа тут две коробки просто. Здесь напольная вешалка 1300. Вот она металлическая. На ней модуль для хранения с 7 отделениями. 900 рублей 30 на 30 на 90. И опять же вешалки. Здесь вот так вот шторка висит, отделяет спальную зону от зоны хранения. И кровать все. На полу ящик в качестве прикроватной тумбы. 800 рублей он. 46, 31, 25. Видите, тут и книжки. Можно светильник поставить, телефон. Вот на этом и все. Новая спальня менее чем за 23 тысячи. Девочки, еще вот такой вариант спальни. Светлый. Такой дымчатый, пастельный. Кровать с балдахином, со светильниками, с гирляндой. И по той стене сделали зеркала. По-моему, раньше их не было, может, я уже забыла. Но тоже симпатично. Продаются такие зеркала. Они на самоклеющей основе, насколько я знаю. Вот квадраты. Найдем цену, я вам скажу. Светильник тут 4500. Кстати, удобный светильник. Можно и около стола поставить, и разворачивать к кровати, читать. Здесь пакс такой приятный, серый. 48 тысяч. Гардероб. И здесь столик. Можно для учебы, можно для косметики. Кармашки удобно висят. Рейлинг 350 рублей 60 сантиметров. Карманы 500 рублей. Подвесная секция для аксессуаров 500 рублей. И зеркало 4 штуки 30 на 30, 500 рублей. Кстати, смотрите, какие еще светильники напольные. 3 лампы 6 тысяч. То есть их можно направлять. Классные. Можно вверх, наверное. Да, вот так вот. Смотрите название. Все для учебы и работы онлайн. Мы тут в отделе уже тут спальня, ну, такая спальня-гостиная, квартира. Смотрите, новые подушки для кормления. По-моему, раньше не было таких. Называется 60 на 50 на 18. Цены нету. Написано, можете найти в отделе детская. Сейчас пойдем в детскую, посмотрим. Такая плотная, толстая подушка для кормления. Песочные часы 10 сантиметров, 400 рублей. Декоративные. Такая уютная кровать. Постельное белье тут фланелевое. 2300 стоит красное. Это для зимы, конечно. Кровать 20 тысяч. Смотрите название. 160 на 200. 20 тысяч. Чехол для изголовья 2000. Сейчас со скидкой. И вот подушка высокая 1400, белье фланелевое, очень мягкое,
очень теплая. Детская комната с яркими акцентами. Точнее, нет, даже тут вот детская часть, а тут уже для молодых родителей. Тоже приятные расцветки, белый, такой серо-голубой и яркие акценты, яркий ковер. Кроватка детская и зона для хранения. Тут для взрослых, тут для малыша. А нам понравилась вот такая кушетка-кровать Рамста. 90 на 200 и 11 500 за эту комбинацию. Вот 11 500. Так, и вторая цена. Так, речное дно и матрас за 11 000 в комплекте. И общая цена 22 500 получается уже. Кровать металлическая. Вот там вот и есть стенка. Такая для девочки, для девушки. Симпатичная кроватка. Тут тоже комната для молодых родителей. Вот взрослая кровать. Смотрите, какое тут изголовье. Кровать с изголовьем. 39 000 почти название. 140 на 200 она. И вот такое изголовье. Видите, тут можно и книги вставить, класть. Сверху такая широкая полка. Картины можно положить. Телефон можно. Лампу прицепить здесь сбоку, прикрепить. Вот такой вот софит. 1700 стоит. На гибкой ножке. Здесь бакс 37 000. Красивые двери. Серо-зеленые ручки необычные, кожаные. Две штуки 900 рублей. В углу детская кроватка за шторкой. Видите, можно шторкой так хоп и закрыть. Пеленальный столик 10 000. Когда ребенок подрастет, столик легко превращается в письменный. Это удобно, кстати. Внизу полочки. А здесь комбинация для хранения. Куча-куча ящиков. Это вообще классно для молодой мамы. Тут и одежду, и всякие средства для ребенка. 19400, смотрите название. Это опять это подушка для кормления. Вот она 2300 стоит. Такой комод. 6 ящиков, высота 126, ширина 82, 18 тысяч. Такой комод 14 тысяч, 3 ящика, высота 81, ширина 82. Комод с 4 ящиками 15 тысяч. Белых нету. Везде подписано, что белых временно нет на складе. Комод с 6 ящиками малюм 10 тысяч. И есть другие цвета. Бежевый, белый, черный. Все по 10 тысяч. Такой комод с 4 ящиками. Сверху один широкий ящик. Здесь вот 2 узких. И он 10 стоит подороже из-за этого. Такой вариант 8 тысяч. Комод с 6 ящиками. Так, белого временно нет на складе. А этот коричневый. 20 тысяч. Мне понравился вот такой вот комод. 20 тысяч стоит, правда, что-то. Такие дорогие стали комоды. Вообще все товары в Икее подорожали. 6 ящиков, смотрите название. Высота 126, ширина 63. 20 тысяч. Вот. 4 маленьких ящика, и внизу 2 широких. Белые фасады, а сам комод серый. Приятный такой мышиный цвет. Смотрите, какие милые комнатки для малышей. Такая маленькая мебель тут. Маленькие кроватки. Текстиль красивый. Такая вот кровать высокая. Внизу ящики. Так, смотрите, название кровати 30 000 стоит.